В разгаре осень зримо догорает, итог подводится заботам и запасам. Желтеет хлеб, нескошенные травы, держать излишних едоков весьма опасно. На голубятни бум и перенаселение, приходится селекцию безжалостно вершить. Теперь оставшимся в достатке веселее, прореженные овощи при копке хороши. Есть сведения ныне про комитет 300, верхушка айсберга, продавшим зверю души. Они заботятся, от их забот трясет, и до корней в саду деревья сушат. Теперь уже открыто, вовсе не таясь, смакуют в фильмах, публикуют в книгах. Какие же они все циники и мразь, такие защищенные, попробуй пни их. 5 миллиардов жителей для них ничто. Ненужных едоков столкнуть в отвал готовы. Пред ними все рабы лежат ничком, но судьбы все под дланью Бога Иеговы. К осенним заморозкам землю подтянула всеобщая развязка и один правитель. Шар вертится, летит быстрее пули, дожди кровавые не раз на нас кропили. И что бы ни придумывал кагал масонов, вычерчивая планы лжи по протоколам, все так приглупо, с пьяной из просонок, их дутые амбиции Господь проколет. Во свете Библии потуги их смешны. Все будет точно по словам Господним. Надежды извергов на золото мошны, и это видят верные уже сегодня. Иисус грядет, шаги его не слышат, он для объятий руки простирает. Мы ждем грядущего, провозглашаем с крыши. Покайтесь, ироды, посмертные тираны. 15 октября 2009 года.